Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, вы на канале Отличник Лайф, и сегодня в своем новом видеоролике на проекте Amazon Conveyor я собираюсь продать свой дом и найти свое новое место жительства, естественно, не на помойке, а я собираюсь купить себе новый дом на эти деньги. Также суть этого ролика будет посвящена экономике проекта Amazon Conveyor и в целом сервера Azure, на котором я играю. Вы, кстати, можете начать со мной играть, если вы зайдете на сервер Azure и введете мой промокод Левонтик. Он даст на 5 уровне 100 тысяч рублей, а на 10 уровне 200 тысяч рублей. Этих денег вполне хватит, чтобы купить неплохую квартиру и автомобиль для первого времени. После того, как вы начнете уже развиваться, вступить в организацию, либо начнете мутить какие-либо свои темы. Экономика, она обширна и разнообразна на всех серверах. На Азуре она более-менее устаканенная, но все равно есть где-то завышенные цены на какие-то автомобили, на какие-то дома. И сегодня мы это проверим, возможно ли продать мой дом за какую-либо сумму вменяемую и найти достойную замену моему дому, который уже во владении у меня находится около года. Ну, наконец-то я зашел в игру, спустя столь долгое время моего отсутствия, наверное, надо забрать деньги с промокода. Ну, буквально неделю назад я забирал, я не знаю, есть какой-то прирост, да. 1580 человек у меня сейчас в использовании, забираем бонусные рубли 500 тысяч. В итоге на балансе у меня 1 400 000 почти. Ну, это нормально, это вполне себе вменяемо, учитывая то, что вы играете, и за это мне как раз сыпят денежки. Возможно, скоро, когда я начну вести какие-нибудь прямые трансляции, эфиры, либо в своем каком-нибудь очередном ролике объявлю о том, что буду давать некоторые суммы за введение моего промокода, то вы будете получать, так скажем, процент с этого. Но это будет не скоро. Итак, вот мой дом. Как бы ветшалый, но зато убрали снег, как бы дороги чистят, молодцы. Но я хочу его продать, он как бы имбовый, он находится прямо в Батырево, то есть рядом со всеми возможными точками, недалеко тут Нашан, недалеко там Арзамас, как бы Батырево, да? Ну, понятненько, понятненько. Вот, но я хочу его продать, вообще переехать куда-нибудь в другое место, пока что не знаю в какое, но в планах его продать. Давайте вообще посмотрим, что у меня по дому. Дом у меня госцена 250 тысяч, класс высокий. По оплате я не знаю сколько, по-моему, там уже дней минимально осталось. Интерьер у меня дома нормальный. В сейфе что у меня лежит, давайте глянем. А, давайте его отремонтируем, съездим, потому что его, видимо, вскрывали у меня. И, к сожалению, видимо, так получилось, что получилось, как говорится. Так, у меня просрочились права B-категории, давайте открываем призы, открываем лицензии, забираем комплект лицензии последний. И еще в призах у меня должно быть блоквит на 7 дней, да, чтобы подавать, так скажем, объявление по поводу дома. Давайте, наверное, попадаем их, посмотрим, сколько у меня на балансе денег. В мобильном счету есть деньги, значит, можем подать. Продам дом Батырева, высокого класса, договорная цена. Давайте VIP-ID еще будем подавать. Пофудим маленько. Ага, ну понятно. Очередь на объявление, к сожалению, занята. Ну что, будем сейчас ждать. Так, пока доедем, наверное, до риэлторского агентства, починим там дом. Где это у нас находится вообще бизнесы. А, риэлторы. Вот у дяди Мити 2 километра, поехали туда, доедем. Посмотрим вообще что да как. Приехали в риэлторское агентство дяди Мити. Давайте починим дом. Здесь, кстати, можно информацию о недвижке посмотреть, список домов должников, там свободных квартир, чтобы что-то поймать, словить, вообще найти удобное для себя место. В принципе, если вы хотите какой-то выбор сделать, либо найти реально свободный дом, свободную квартиру, то в риэлторское агентство заезжайте и смотрите вообще, что есть свободного по домам.
мы чиним наш дом, 205 тысяч, потому что, ну, к сожалению, так уж и получилось, что его взломали, вскрыли, и, соответственно, так вот получилось, потому что у меня нет сигнализации, можно сигнализацию, в принципе, поставить, но так как я продаю свой дом, то я пока не вижу смысла ее ставить, хотя, все-таки, ладно, поставил 3 использования сигнализации, более-менее нормально, 109 тысяч не так уж и дорого, ну что, погнали. Еще я что понял, то что у меня тонировка сползла с моей Ешки, надо ее возобновить. Сейчас мы заедем, наверное, в СТО, которое здесь рядом, поставим тонировку. Поставим ее по ГОСТу, именно заднюю полусферу затонирую, потому что переднюю я не буду тонировать, учитывая то, что у меня денег не особо много. Но дом как бы я хочу продать, но учитывая то, что объявления пока не подаются, это значит работников ТРК пока нет в сети. Потому что, видимо, я очень рано зашел, 12 часов дня. Возможно, перейдем к вечеру поближе и уже вечером попробуем продать. Но пока сделаем какие-то минимальные дела. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки. И с вами был я, Отличник Варев. До новых встреч. Всем пока-пока.